Стелла в честь 60-летия комсомола сменит адрес. Ранее на пересечении Щепкина и Пирогова памятник хорошо просматривался. Но со временем улицы плотно застроили. Кроме того, образовался рынок. С инициативой переместить Стеллу вышли ветераны комсомола. Городские власти дали добро. Памятник установят на нижнем ярусе парка радиозавода. Давно надо было перенести с рынка этот памятник. Этот памятник комсомолу. И мы все присутствовали здесь, когда ставили этот памятник. Так что в парке ему самое место. Перед транспортировкой Стеллу ждет реставрация. Некоторые элементы конструкции пойдут на замену. Сейчас уже начали работы по перемещению, по разбору и реставрации. То есть при вскрытии, как мы видим, существуют некоторые проблемы, уже пошла ржавчина. Поэтому саму Стеллу надо не просто перевести, а ее надо демонтировать, разобрать на отдельные плиты, привезти на завод и каждую отреставрировать. И будет создан вот этот вот внутренний столб основания заново и уже установлен в парке, куда мы планируем ее перенести, и там будет сборка прямо на месте.